с вашего разрешения, согласия, хочу попросить моих коллег, наших друзей, сказать два слова в связи с открытием сегодняшних игр. Наперед у будущему, сябры. Құрметті Ресейдің президенті Владимир Владимирович, ең алдымен сізге үлкен ризашылымды білдіргім келеді. Бұл ойын бірегей ойын. Дүние жүзінде бұндай ойын жоқ. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін. Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Келесі ойын Қазақстанда өткізейік. Давайте проведем следующие игры в Казахстане. Құрметті келешек ойындары турнирінің қатысушылары. Спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Пусть победят сильнейшие. Пеша сама ман. Куди таша бускор, ва пешоханги инчорабини сати джахани президенти джилнори кешвари бузурги Россия досту бародари мо Путин Владимир Владимирович ва инчорабини табрик мегуям ба онка саламати ва умри дароз азумат дастам. Дигар ба тамами варзишгарон иштирокунандагони, намояндагони ҳамаи кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, муваффақият ва фирӯзӣ мехоҳам. Саломат бошед. Азиз дӯстлар, бугун мана шундай катта анҷуманда ҳурматли Россия президенти Путин Владимир Владимирович ташаббуси билан ўтқазилгани ҳақиқатда бу дунёда бу биринчи. Ва ман ҳамма учрашув биринчи мана шу келажак ўйинлар учрашувларини табриклайман ва Россия халқини ҳам мана шу катта байрам билан табриклайман ва бугун Владимир Владимирович айтди мана шу Қозонда катта-катта тадбирлар ўтяпти ва Қозон халқини ёшларини мана шундай байрам билан ҳам алоҳида табрикламоқчиман ва бугун бу мусобақаларда Ўзбекистон ёшлари ҳам қатнашяпти. Ularga ham men omad tilayman va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Я еще раз искренне поздравляю Владимира Владимировича с этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые в мировом сообществе спорта происходит, в новом направлении. И я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане. Дорогие друзья, большое спасибо. В добрый час. Aziz do'stlar, bugun mana shunday katta anjumanda hurmatli Rossiya prezidenti Putin Vladimir Vladimirovich tashabbusi bilan o'tkazayotgani haqiqatda bu dunyoda bu birinchi va men hamma uchrashuv birinchi mana shu kelajak o'yinlar uchrashuvlarini tabriklayman va Rossiya xalqini ham mana shu katta bayram bilan tabriklayman va bugun Владимир Владимирович айтты, мана шу Қозонда катта-катта тадбирлар ўтяпти ва Қозон халқини, ёшларини мана шундай байрам билан ҳам алоҳида табрикламоқчиман. Ва бугун бу мусобақаларда Ўзбекистон ёшлари ҳам қатнашяпти. Уларга ҳам мен омад тилайман.
va omadlaring hammalaringga yor bo'lsin. Katta rahmat sizlarga. Я еще раз искренне поздравляю Владимира Владимировича с этой инициативой, потому что на самом деле эта инициатива впервые в мировом сообществе спорта происходит, в новом направлении. И я этому виду спорта желаю дальнейших успехов, потому что начинание с России начинается, и мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку, в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане. Дорогие друзья, большое спасибо. В добрый час!